Праздник двора и открытие новой детской игровой площадки прошли накануне вечером возле 9-го дома квартала 92-93. Такое мероприятие для ребят, оставшихся на каникулы в городе, устроила управляющая компания совместно с детским клубом «Муравейник». С начала и до конца года на территории, которая обслуживается организация, будет установлено около 40 современных игровых комплексов для маленьких ангарчан. Открытие 5 из них уже прошло в июне и стало настоящим праздником для детворы. Городок по достоинству оценили и взрослые. Во-первых, во дворе дорога находится вдалеке от городка, что ребенок действительно может смело прокатиться, скатиться с горки, поиграть в песочки, как бы зелень везде. Так что проезжая часть не мешает и простора много. Детская площадка «Скоморох» обошлась более чем 200 тысяч рублей. Праздничное открытие очередного комплекса пройдет совсем скоро во дворе 19-го дома 29-го микрорайона.